Всем привет! Сегодня 2 октября. Приехали вот на рыбалку. Уже второй месяц осени пошел. А место тут опять обмелело. В прошлый раз было больше воды. А вон там малек стоит, верхоплавка играет. Ну не знаю, сейчас посмотрим, будет тут рыба или нет. Потому что глубина тут значительно упала. В принципе, рыба даже при такой глубине может клевать. Ну вот он, ребят, наконец-то первый попался. Ну вот он долго сегодня ловил, как-то плохо клюет. Так, сошел. Смотрите, как была поклевка. Теперь они справа клюют. Смотрите-ка, ребят, просто потянул удочку. Он уже сидел на крючке. Второй за сегодня. Этот даже будет покрупнее, чем первый. Такой с ладошку уже размером. Ой, что вытворяет. Хитрый, блин. Так, вот, кажется, повел. Ну-ка. О, вот он, ребята. Ну, это какой-то прям маленький. Что-то крупный карась куда-то весь ушел. Попадаются мальки. Ну, хорошо, что хоть так. В принципе, его даже можно взять. Почистить потом и съесть. Вот такие самые вкусные. Смотрите-ка, ребят, клев пошел. Еще одна поклевочка. А вон он поплавок. Поклевочка такая вялая какая-то была. Тут еще течение, непонятно, клюет или сносит, или просто тащит. У меня было такое, тут в самом начале мелкий сорвался. Потом где-то час прошел, и вот только сейчас он начал клевать. Время где-то без 15:03. Темнеет у нас уже в 5. Уже октябрь месяц. Осень, блин, световой день уже все короче и короче. Так, ну это уже, по-моему, куда-то тащит. Сейчас посмотрим. Поймал он коряшку. Так, вот очередная поклевка. Неужели клев пошел, а? Как-то он странно клюнул и бросил. Нет, пусто. О. А вот он, ребята. Нехитро клевал. Однако попался. О. Так, ребят, смотрите-ка. Вот этот уже на червяка попался. Вот он.
О, какой кабанчик. Вот это уже крупненький такой довольно. Что, ребят, будем собираться домой. Поплавок он стоит как мертвый. Был момент, когда вообще не клевал, потом как-то резко стало клевать. Удалось поймать тут, не знаю, сколько штучек, 5 штук карасей. В принципе, результат есть. Уже неплохо, не пустые уезжаем. Но на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на канал. Всем пока.